Сложно сказать. К сожалению, этот орган полиции нравов может дойти до абсурда. То есть можно будет посадить человека за то, что он просто сказал слово «секс». Ну, грубо говоря, да. Если этот человек захочет придраться, он придерется и посадит, и будут какие-то санкции против человека. Поэтому на этот вопрос трудно ответить. Единственное, что это все приходит к нам из Запада. И когда выигрывает бородатый мужчина, но называет себя женщиной, все-таки он мужчина, он не менял пол, и почему его называют бородатой женщиной только из-за того, что мужик надел платье, для меня это непонятно. И когда это транслируется в нормальное время, когда все дети, я уверена, это как развлекательное шоу, да, обыкновенное, песенный конкурс, конкурс песни, спокойно все смотрят и видят вот это, ну как объяснить ребенку это? Никак. И это все приходит к нам через мультфильмы, опять же, через, значит, все вот эти вот шоу, провокации и так далее, это все приходит к нам из Запада. Просто нужно уметь либо ограждать детей, я понимаю, что это достаточно сложно, но, к сожалению, сейчас мало телеканалов идет по обратному пути, отсеву, да, они берут то, что смотрят, то, что поднимет их рейтинг. Это, в принципе, по политике канала правильно показывает то, что будет точно отбиваться, да, по эфиру. Но все-таки мы же нужно понимать, что какую мы несем ответственность, показывая там, тот же самый Южный парк в 6 часов вечера. Ну, хотя бы переносите его на 12 часов ночи. Все-таки это уже не детский мультик.